Здравствуйте, меня зовут Ирина Бьёрна, и я создатель Белкниг и школы молодильных яблок. Меня попросили в школе рассказать про наше Рождество. И вот меня пригласили на Рождество, где мы ели шоколадный мусс. И сегодня я расскажу тайну, как сделать его дома за одну минуту. Нас пригласили домой, где был очень красиво накрыт стол, стояли цветы, маленькие Дед Морозы, конечно, стояли, и, конечно, была елка. На столе стояли 4 свечки, которые символизируют 4 стороны света и, конечно, 4 недели до Рождества. У всех в это время около окна стоят 3 фигуры. Это 3 так называемых мудреца, которые нашли, что родился Иисус в тот день. А на окнах у нас висят такие корзиночки, которые вырезал еще Ганс Кристиан Андерсен, а теперь они делаются из металла и вешаются на окно. А за окном было темно уже. Солнце садится у нас в 3 часа и встает где-то около 10:30, поэтому день очень короткий. Но стол такой красивый, что не чувствуется вот этой темноты, и все были очень радостные. И сейчас я расскажу вам, как делать этот мусс. Мусс, шоколадный мусс, делается за одну минуту. И для того, чтобы его сделать, на одну порцию нужно 35 грамм шоколада и только одно яйцо. Полные инструкции, как сделать мусс, у вас под экраном, конечно, как всегда. И я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам хорошего Нового года с исполнением всех абсолютно ваших желаний от меня и от Бенты, которая поделилась с нами этим рецептом. До свидания.